Так, ладно. Дмитрий ГМ. Мастер Фиде. А это не Ростовцев случайно? Мне кажется, это Дмитрий Ростовцев, да? Так, простите, ребят, тут очень напряженный поединок у нас. Так, там как-то у меня подловил, да, в прошлый раз. Надо попробовать вот так сделать. Так. Там пешка висит с одной стороны. А с другой нафига побить, побить, побить сюда. Как-то. Ты просто... Стрёмненько, да? Ладно, пофигу, давай. Кстати, тут же и сюда еще удар, да? Так, пешка забрал. Но это плюс. Сюда, кстати, уже не так хочется брать, как до этого. Давай поведем коня и ферзя туда в атаку. Пешку отдаю, плевать на нее. Позиция становится острой. Хочу выскочить ферзем, напасть на мат. И здесь пешку просто отойду, если возьмет. В принципе, фигура очень активна. Еще такой шаг возможен. Слон b5 предлагает поменяться. Если пожертвовал здесь шаг, блин, не знаю, что делать. Пока можно сюда пойти. Грозит мат два хода. Ага, отошел. Логично. Ладно. Давай шажок. Так, здесь сюда напали на пешку. Вот тут готов побить. Мне кажется, позиция с большим перевесом у меня. Куда ты, друг? На g6 становишься? Классно. Сюда напал. Так, здесь побьем. Время пока держим. Так, пешку защитил, да? Если на ферзя напал, простите. Мат грозит, ферзь висит. Что, на b1 бьет, да? Ладно, взял здесь промежутки. Взял сюда. Так, хорошо. Угу. Забрасываем еще фигурки в атаку. Поменялись. Давай пешку побью. Форточку только сделай, пожалуйста. Форточку. Взял здесь. Победа! Это Дмитрий Ростов тоже был, да? По-моему, это он был. Да, Дмитрий Ростовцев. Привет тебе, Дима!